В детские сады и больницы Казани уже начали подавать тепло. Это те, кто уже успел подать заявки. Обслуживающие организации должны быть готовы при необходимости дать тепло объектам социальной сферы, не дожидаясь официального начала отопительного сезона. Такое поручение дал сегодня мэр Казани Ильсур Метшин. На деловом понедельнике заявили, итоговая прессовка магистральных тепловодов проведена в сжатые сроки. По заверению главы профильного комитета Искандера Гиниатуллина, в ходе работ были обнаружены лишь небольшие повреждения. Количество прорывов снизилось по сравнению с прошлым годом. Всем руководителям бюджетных учреждений столицы была направлена телефонограмма о возможности организовать досрочное начало отопительного сезона.